Традиционно с пряничным мастерством ассоциируют Тульскую область, хотя и другие регионы России могут похвастаться этим мастерством. Не исключение и наша малая родина – Ульяновск. В Тосмостовая Слобода уже не первый год делают пряники. Раньше в организации изделия расписывали вручную, поэтому процесс изготовления был долгим и сложным. Сейчас узоры наносят с помощью нового оборудования – принтера с пищевыми красками. Для того, чтобы на пряник нанести какое-то изображение, необходимо сначала это изображение обработать на компьютере, потом вывести на печать, и принтер уже выводит на печать ту или иную картинку. С помощью чудо-машины ароматную выпечку делают просто и быстро. Технология изготовления теста одинаковая и для печатных, и для расписных пряников. Самое интересное начинается в процессе нанесения узора. После того, как тесто готово, будущий пряник покрывается глазурью, сохнет и отправляется в принтер, где печатается узор. Загружаем заготовку в принтер. Далее мы выбираем на компьютере нужное изображение и отправляем на печать. Пищевыми красками автоматически печатается рисунок. Буквально за минуту из чистого белого пряника получается такая красота. Сделать узорное изделие оказалось не сложнее, чем напечатать фотографию на принтере. Сейчас, в данный момент, вот сегодня, допустим, на сегодняшний день мы сделали 40 пряников. Благотворительный фонд «Дари добро». Благодаря новым технологиям работники Тосмостовая Слобода смогут многим подарить симпатичные и вкусные пряники, а значит сделать еще больше добрых поступков. Ведь пекут они не для продажи, а в благотворительных целях. Юлия Руднева, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.